Одним из требований главы государства в рамках программы «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» является переход на латиницу. Этот процесс начинается с системы начального образования. Институт повышения квалификации ОРЛИО провел семинар, на котором обсудили методические проблемы алфавита и эффективные пути их решения. В 2025 году будет внедрена последняя версия латинского алфавита, так как переход казахского языка на латинскую графику точно определена. Необходима только системная работа в данном направлении. Вот почему проблема исправления пробелов будет лежать на плечах ученых и специалистов-лингвистов. Президент Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость исправления пробелов в латинском алфавите и правилах правописания. По этой причине и был организован этот семинар. Мы должны проконтролировать данный процесс и объяснить особенности и различия окончаний заимствованных слов. Кроме того, на семинаре обсуждались наиболее эффективные способы изучения латинской графики. В частности, повышение квалификации учителей по переходу на новый алфавит. Специалисты Института повышения квалификации ОРЛИО выразили готовность оказать максимальную поддержку в этом направлении. Таким образом, недочеты в алфавите будут исправляться. Катерина Иващенко, Шыңғыс Кенесхан, 77 News.